Ошибки могут стоить очень дорого, особенно если они значительны. Участники сегодняшнего видео доказывают, что один неверный шаг может стоить несколько сотен тысяч долларов. У этого парня явно не самый удачный день. Это тот случай, когда рельсы уходят из-под ног поезда, а не сам поезд идет под откос. Хороший ледокол. Лайфхак о том, как быстро потерять работу и несколько тысяч долларов. После такого, вероятно, пройдет немало времени, прежде чем он снова начнет летать. Такое случается даже в гонках Формулы-1. К счастью, остальные части машины остались целы. Одним стремительным движением он оставил без электричества целую улицу. Впечатляющий отказ нескольких десятков беспилотников в Китае всего через 3 минуты после взлета. Похоже, эти ребята учились у полицейских из фильмов про такси. Быстрее бери стакан, не дай пропасть хорошему. А этот парень, не обративший внимания, нанес ущерб автомобилю Tesla на сумму 7000 долларов. Надеюсь, что прохожие успели спасти уцелевшие бутылки. Запуск ракеты, который прошел не по плану. Интересно, покроет ли это страховка? Оператор просто просчитался и разбил камеру стоимостью 100 тысяч долларов. Возможно, это самая дорогая мойка в его жизни. Не самый надежный способ доставки телевизора. Я действительно хочу знать, почему он не начал с верхней палеты. Эта подъемная платформа превратила Audi в Lamborghini. Похоже, этому велосипеду BMX уже достаточно. Одна прорвавшаяся труба обойдется этой семье в целое состояние на ремонт дома. Этот парень просто испортил чью-то вечеринку. А вот эпическое крушение беспилотника, раздававшего детям конфеты.
say no. Похоже, антивандальная система не была рассчитана на такое. Ось не выдержала мощности этого Камаро, и вот результат. А этот водитель погрузчика определенно лишился премии одним движением. Вероятность того, что телефон попадет между планками, была 1 на 1 000 000. И все же... Такого предательства со стороны подвески водитель точно не ожидал. Эта девушка мне кого-то напоминает. А вот самый плачевный исход транспортировки грузовика краном. Вот так внезапно прорвавшаяся труба может стоить вам компьютера. Кандидат на номинацию «Буксировка года». Ошибка рабочих эквивалентна стоимости этого внедорожника. Интересно, кто-нибудь бросил туда огромную пачку Ментоса? Что ж, похоже, ему придется начинать все с нуля. И один задаюсь вопросом, как такое могло произойти. Упав в бассейн, эта девушка бросила свой телефон, чтобы спасти его от воды. Ей-то почти удалось. Неужели эта девушка Халка? Этот парень решил, что он живет в стиле «Миссия невыполнима», но, честно говоря, не очень хороший из него шпион. Страшно представить реакцию того, кто разровнял этот цемент. Пытаясь потушить пламя свечи, этот парень вытащил телевизор. А ведь все так хорошо начиналось. Похоже, этот дрон выбрал утопление в качестве лучшей альтернативы пилотированию поваром. В следующий момент на экране появилось объявление о поиске хорошего дома для котенка. Вот почему не всегда стоит доверять GPS. В мире нет автомобиля, который бы выдержал этот краш-тест. Вот что бывает, когда черепашкам-ниндзя нужен новый автомобиль. I'm awesome. Когда вы не дали чаевых грузчикам. Кто-нибудь скажет ему, что нужно бить по кеглям, а не по экрану.
Когда вы пытаетесь намочить кого-то, будьте осторожны, чтобы в итоге не намочить себя. Этот парень хотел выбежать на поле, но его планы резко изменились. Когда даже кухонная мебель против тебя. Один снежок добавил неделю работы. Если вы дразните собаку, будьте готовы к тому, что это может привести к обратному результату, и собаки придут за вами. Стол мог выдержать ее танцы, но лампа нет. Я думаю, что этот отзыв говорит сам за себя. Вот что происходит, когда вы грубо влезаете на парковочное место. В обмен на эту рыбу море потребовало в жертву телефон, потому что не стоит хвастаться. В следующий раз он будет парковаться более ответственно. Ему следовало помнить, что он туда приехал с женой. Вот почему вы должны спускаться на твердую землю, чтобы поесть, а не стоять на скейтборде. Этот водитель смеялся над застрявшими машинами, но потом... Будем надеяться, что они взяли с собой лодку. А это потрясающе. Похоже, кто-то смотрел «Форсаж» и «Форсаж». На сегодня это все. Если вам понравилось, не забудьте поставить большой палец вверх и подписывайтесь на канал.